Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мискит. Меня зовут Ирина, очень рада вас видеть на своем канале. Сегодня хочу поделиться с вами новинками в уходе за лицом и волосами. Это натуральная продукция. Если вам интересно узнать, что я для вас приготовила, усаживайтесь поудобнее, берите кружечку чая и поехали смотреть, что я для вас приготовила. Возле этого бренда и все думала, что же там попробовать, ходила, и вот наступил тот момент, день X, когда данную продукцию все я осмелилась, и она у меня сегодня, и я хочу вам ее показать. И сейчас я вам говорю о бренде Livrana. Я очень много видела на нее отзывов, как положительных, так и отрицательных, и так как я сейчас, как вы знаете, я стала знакомиться с натуральной косметикой, я решила не проходить мимо данного бренда и попробовать данную продукцию. Первое, что я хочу вам показать, что у меня появилось из новинок, это масло с черным тмином, 100% натуральное масло в объеме 50 мл. И производитель пишет то, что страна происхождения сырья идет Россия. И это крайне очень-очень радует, потому что вы знаете, как я отношусь к продукции российского происхождения, с теплотой мне всегда приятно, когда на территории моего государства производят какие-то интересные, стоящие продукты. Данное масло, оно подходит как для проблемной кожи, так и для восстановления ваших волос. Собственно говоря, как все попробую, обязательно вам расскажу, и мне интересно самой уже начать его пробовать, так что подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить видео о данном масле, либо я сделаю пост в Инстаграм, мой Инстаграм miskik9970, подписывайтесь, чтобы не пропустить данный пост, но мне уже дико интересно узнать, как он будет работать на моих волосах. Следующий продукт, который мне интересно также было попробовать от этого бренда, как вы знаете, я очень сильно люблю маски в уходе за лицом, прям вот маски, это, знаете, какая-то вот, что в уходе за лицом, за телом, за волосами, я очень сильно люблю. И у этого бренда я нашла очень интересную по описанию маску, эта маска идет противовоспалительная, как вы знаете, у меня было 25 декабря не очень удачная чистка, конечно же, ссылка на данное видео оставлю здесь, чтобы вы подробнее узнали о моей проблеме, какая у меня сейчас происходит. Противовоспалительная маска с ферментами ржи. Срок годности у нее 3 месяца после вскрытия. Объем данной масочки идет всего 30 мл. И на самом деле дико интересно попробовать данную продукцию, идет в такой тубе, я ни разу таких упаковочек не встречала, и сама упаковка, сама маска идет в такой металлической тубе, она абсолютно лаконичная, ничего на ней такого сверхъестественного нет, и она упакована полностью, знаете, как зубная паста такая, с удовольствием, конечно же, ее как попробую, все первые впечатления вы увидите в моем Инстаграм, но производитель написал то, что данная маска содержит. Производитель нам заявляет, что данная маска должна решить проблемы с акне, снимает воспаление и раздражение. Состав у него тоже очень даже неплохой, так что с удовольствием попробую. И как попробую, обязательно вам расскажу первые впечатления в своем Инстаграм, ну и, конечно же, потом вы узнаете мое мнение о данном продукте. Интересно очень попробовать, так что вот такая масочка из новинок появилась. Но еще у меня новиночка появилась из данного бренда. Вы знаете, то, что я начала знакомиться с сыворотками серыми для мир. Как вы знаете, я сейчас начала знакомиться с сыворотками в уходе за лицом, и в этом бренде я тоже нашла для себя очень интересную сыворотку. Она необычная тем, что она подходит как для зоны под глаза, так и на все лицо. И это сыворотка, которая называется Coffee Time. Сыворотка для лица с кофеином. Подходит для всех типов кожи. И имеет высокую концентрацию кофеина, экстракты зеленых чаев и CO2. Как попробую, обязательно расскажу. Ее нужно использовать утром и вечером. Сыворотка идет в тоже такой металлической упаковке. Ее здесь 30 мл, срок годности. У нее тоже 3 месяца после вскрытия. Использовать, еще раз говорю, можно утром и вечером. Для меня это очень интересный продукт, обязательно. Как о нем, как его попробую, обязательно все расскажу. И для чего я
я взяла его для того, чтобы убрать темные круги под глазами, а у меня эта тема просто актуальна после рождения моего сына Кирилла, а производитель написал то, что она, собственно говоря, в течение 35 дней помогает избавиться от этой проблемы. Обязательно, конечно же, поделюсь с вами впечатлениями от использования данной сыворотки, как попробую, и все вам, конечно, расскажу. Расскажу и здесь, и в моем инстаграм, так что не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новое видео, подписываться на мой инстаграм, чтобы не пропустить там первые впечатления. Если вы пробовали данную марку, либо эти продукты, которые я вам сегодня показала в видео, конечно же, дайте знать в комментариях, подошли они вам или нет, понравились или нет, или, может быть, что-то вы можете посоветовать мне попробовать от данного бренда. Я с удовольствием прислушаюсь к вашему мнению. Берегите себя и своих близких. С вами была ваша Ирина. Мы увидимся с вами в скором будущем в новом видео. Всем пока-пока!